В концертном зале «Баласагун» прошел традиционный благотворительный концерт «Мы дети независимой страны», прирученный к предстоящему празднику Дня независимости. Мероприятие организовал специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних при поддержке председателя Жамбылского областного суда. В фойе «Баласагуна» были выставлены творческие работы детей из школ-интернатов. Впрочем, подобный концерт уже стал доброй традицией для организаторов. Цель все та же – помочь особенным детишкам адаптироваться в обществе, привлечь внимание жителей к их жизни, а также раскрытие творческого потенциала маленьких жамбылцев. Цель данного концерта – это поддержка творческих детей данного интерната, поскольку в этих школах воспитываются очень одаренные дети. Вы сейчас будете свидетелями данного концерта. Данный концерт является благотворительным. Участвуют в качестве зрителей представители государственных органов, ну, в том числе областного суда, областной прокуратуры, департамента, антикоррупционного департамента по Жамбылской области, департамента национальной безопасности по Жамбылской области, акимата Жамбылской области, Тарасского государственного университета. Поддержка детей, я думаю, является будущего нашей страны. Вы свидетелями становитесь, что здесь у нас организован небольшой музей, и это и все работы сделаны руками воспитанников данных школ-интернатов. На сцене «Баласагуна» необычные дети. Музыкальные номера произвели настоящий фурор. Особый восторг у зрителей вызвало жестовое пение. Также среди участников – дети с ограниченными возможностями из Булашаха, Мейрам, школы для детей с умственной отсталостью, дети-сироты из дома юношества «Эмет» из Центра поддержки детей, находившихся в трудной жизненной ситуации. Каждый из них очень тщательно готовился к этому концерту. Сегодня у нас проходит мероприятие. Оно как бы идет в счет 30-летия независимости Республики Казахстан. Она организована областным судом города Тараз. Вот, хочу поздравить всех казахстанцев с этим праздником. Хочу поблагодарить государство, то, что мы живем в независимой стране, и оно оберегает нас. По завершению мероприятия каждому ребенку были вручены подарки, а детским организациям – сертификаты. Дана Самат, Ербола Джахаш, Ернар Сигзбаев, 77 Ньюс.